Чуваки, смотрите каждое воскресенье в 23:00 ночной CSBR. Мы вас приветствуем на первом полноценном онлайн-трансляции ночного CSBR. Моднейший состав вы уже могли видеть. Да. Здесь не просто так, у нас есть четкая программа, ну практически четкая, что мы должны сегодня... Поведать, рассказать, и вы нам тоже должны рассказать фидбэк обязательно. Да, и поведать. Итак, мы, значит, начнем, наверное, с наших движух. Давай пластинку. Напомним. Про конкурс, да. Друзья, по-прежнему ни одной, кроме там. Кроме Джо Крейна. Джо Крейн, да, из группы Idle Gear. Пока он главный претендент. Он больше всего лайков собрал, будучи на моей аватарке. Вот такой моднейший винтажный винил Deep Purple. Вот The House of Blue Light. Мелодия, 89-й год издания, посмотрите, это же вообще в коллекцию. Все, что вам нужно, это смешной CSBR лоу сделать, это же не сложно. Вообще фигня. Взяли какую-нибудь фотографию с концерта, не самую удачную, налепили какую-нибудь фразу, все, раз, взяли какую-нибудь, сделали своего стонер-кота или стонер-пса, или CSBR-пса, все, раз, мы собрали лайков. Давайте, друзья, надо активнее. Те, кто нас смотрит, сколько нас смотрит? Уже 5 человек смотрит. Зря ты это нажал. Подожди. 24 августа в Рокхаусе наши, ну так сказать, металлические кореша, Stay Metal с Артемом во главе, они делают каждый, значит, полгода фестиваль в честь Даунтайма. Джаринтер замутить. 6 сентября в клубе «Шоколадная фабрика» в малом зале будет хороший слоу-хэви гиг. Там будут... сейчас вы вообще увидите анонс, а давайте я немножко посмотрим. Помещаю. Гриша на пять сначала пошла. Крип Джентер. Супер классный фестивный прототип. Группа Сдоба с презентацией своего альбома. Магнетик Тартроп. Да, многие убивать друг друга. И питерцы Space Kick. Они тоже не надо убивать. У нас конкурсы разыгрываются. Заходите в группы, в наши паблики. Ну, жесть вообще. Track Fighters, крутейшая группа, основы. И такой вообще в каком-то небольшом вообще заведении. Что-то не... Где звук-то? Бля, Артур. Смотрят, и те, кто еще не знает, мы собираемся осенью ехать на автобус. Мы арендуем автобус, забиваемся в него толпой и выезжаем. И угораем. Все очень... Шашлыки, круто. нажраться, пить в поле, пить на робусте. Очень круто. Для тех 10 чуваков, которые все еще с нами, в одной из наших передач... В будущем. Те, кто будут смотреть нас, мы в прямом эфире разыграем бесплатные билеты на робот. Пару. То есть бесплатные и дорога. Понимаете? То есть вот сколько там сейчас стоит? 3000 рублей, да? Один билет не сдал бы. 6000 рублей. 6000 рублей. Нихуя себе. Нихуя себе. Кто бы нам ответил? Вот мы это разыгрываем. Через них трек, это эксклюзивный ваш инфак. Мы, естественно, все вам расскажем, как это можно сделать. Я начну по Аруба. Вы знали, что есть вообще вариант даже на Аруба попасть, а вообще на всех, которые видят всех.
Ну все, чуваки, с вами был Артур. Из Перска. Колян специалист. Всем пока. Дала южную кровать. Еще раз. Еще раз. Отлично.